на праздничный концерт «Подмосковье. Наш дом и судьба». В Щелковский районный культурный комплекс пришли жители, ветераны войны и труда, труженики тыла, и с ними их родные и близкие, люди разного возраста. Они работают и продолжают своими делами традиции старшего поколения. В зале было много школьников. 89-й день рождения Московской области всех присутствующих приветствовали руководители района. Поздравительный адрес от главы Алексея Валова зачитала его первый заместитель Наталья Тамбова. День Московской области – это праздник каждого жителя региона. Наш с вами общий праздник, дорогие щелковцы. Это событие объединяет, напоминает о нашем единстве, наполняет гордостью за наше Подмосковье. Богатая история и наследие Московской области – это великая ценность. Храня и оберегая ее, мы уверенно движемся вперед, к новой, более энергичной, комфортной, современной жизни. Что такое Подмосковье, которому вот в это воскресенье исполнилось 89 лет? Это огромный регион. Это люди, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. И каждый из нас знает места Подмосковья, которые омыты кровью бойцов Российской и Советской армии. Это регион, который один из крупнейших. Московская область – лидер во многих отраслях, но самым главным богатством нашей земли, в том числе нашего района и города, остаются ее жители. За добросовестный труд и участие в общественной жизни 10 коллективов, организаций и предприятий наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы района. Для нас, конечно, день Подмосковья – это очень радостный день. Мы прикладываем все усилия, тем более, что школа является областной. Поэтому, естественно, находясь на территории Щелковского района, мы принимаем самое активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся в Щелковском районе. И скажу, что большая часть наших учеников поступает именно с Щелковского района. Нас ждет увлекательное время. У нас 3 премьеры, которые мы покажем в ближайшее время. Первый 20 октября. «Аленький цветочек», детский спектакль в рамках федеральной программы. Следом идет следующий спектакль «Волшебник изумрудного города». И потом мы премьерные спектакли завершаем взрослым спектаклем по Островскому, классика «Старый друг лучше новых двух». То есть целые плеяды, целый ряд замечательных работ. Приглашение на торжественное мероприятие и как бы то, что результат нашей работы отметили, конечно же, это приятно, потому что любое начинание, если оно имеет поддержку, ну, где-то финансовую, где-то административную, да, оно как бы заведомо имеет больше шансов стать сильным, да, и эффективным. Праздник в Щелковском районном культурном комплексе был наполнен и музыкой, и пением, а в холле для посетителей работали выставки мастеров народных художественных промыслов. Но самым волнующим было выступление детского хора и оркестра Щелковской музыкальной школы. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».